горы смети з вянкоў крыжоў і штучных кветак. Пра такую карціну непадалёк ад могілак у вёсцы Вялікая Бароўка нам расказалі наведвальнікі гэтага месца пахавання. Адвечная тэма чыста там, дзе своечасова прыбіраюць, і там, дзе не засмечваюць. Нашы корэспандэнты пабывалі на месцы. Плохо очень выносится, вывозится мусор, тем более, когда радоница. Надо, чтобы почаще вывозили, потому что люди же чистят, убирают. Контейнеров для смети вокруг могилок 5, и те переполнены. Кучи появляются по всем периметре могилок. Кто-то цветы приходит, выбрасывают. Ну куда-то же надо это выбрасывать, не забирать же его домой еще. Пускай больше баков ставят. Вот там баки стоят. Вы видите, что там делается? Куда нести? Туда все в одну кучу. Где ближе, там и выносим. Мусор выбрасывать несете? Ну да. А куда? Ну вот контейнер. Это контейнер, да? Ну то есть вы в сам контейнер будете или все-таки рядом сгружать? Контейнер. Ну давайте попробуйте. Каб выкинуть смесь у бак, кажуть, треба быть эквилибристом. Дотягнуться до контейнера непросто. Ну я в месяц пару раз приезжаю, вывозить очень плохо. Растут кучи смети и у леси, навод у 2 км от могилок. У сельсовете тлумачить свою техники у их нема. Сметья вывозить коммунальные службы. Часом берут технику у держплемпредприемства. Однако порядок навести не отримливается. Мы вывозили внутри кладбища, вот с той стороны там тоже большая свалка была. И мы именно снутри кладбища вывозили. Это вот было неделю назад. Они выдавали технику. Они и на этой неделе выделят нам транспорт, чтобы вывозить это отсюда все. У нас тут рядом мини-полигон Черемушки, который действует. И мы тот мусор, весь мусор свозим на этот мини-полигон. Площа могилок 12 гектаров, больш за 8 тысяч пахаванняў. Сачыць за парадкам на гэтай тэрыторыі у сельсавеце не паспяваюць. І сцвярджаюць, мясцовыя жыхары звозяць сюды і бамперы ад аўтамабіляў, і пакрышкі. 3 человека здесь лично я была словила, которые выбрасывали бытовой мусор. Они оштрафованы были, привлечены к административной ответственности. С 4 мая гэтыя могілкі официально закрываются. Работники сельвыканкама робяць перапіс пахаванняў и обяцаюць у хуткім часе навести парадак. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, Новин регион.